Самые важные годы своей жизни человек проводит в школе. Именно здесь он находит настоящих друзей, определяется в выборе своих увлечений, открывает для себя что-то новое. Школа не только учит предметам, но и строит из нас полноценного человека. Быть честным, жить в настоящем, радоваться за других и уметь жить в коллективе. В школе мы строим свое «я» по кирпичику, медленно и осторожно, но целеустремленно и, конечно же, смело. Помогают нам в этом окружение, друзья, учителя и простые моменты радости. Порой даже самые сложные моменты, когда думаешь, что игра окончена, делают нас только сильнее. Целеустремленность, трудолюбие, старание, умение преодолевать себя, свою лень, неорганизованность делают нас только способными ко всем невзгодам. Даже если процесс не из самых приятных, то конечный результат всегда будет положительным. И обязательно найдется человек, с кем можно радоваться своим победам. А после не останавливаться на достигнутом и идти вперед, зная, что нас ждет только успех. Скоро выпуск, и я покину эти стены. Конечно, спустя время уже забудутся подробности школьной жизни, но в памяти останется атмосфера, создаваемая окружающими. Учитель, стоящий у доски, постоянная суета на переменах. Все это скоро закончится, и останутся только самые яркие моменты этой жизни. Жизни в школе. Спасибо тебе, лицей.